самый корейский театр Казахстана. И поэтому наряду с чисто национальными традиционными, естественно, на сцене нашего театра звучат и казахские, и русские, и зарубежные мелодии и вещи. Наш театр является, ну, единственным на всем постсоветском пространстве национальным театром. И поэтому на нас, конечно, лежит очень огромная ответственность. Нам нужно сохранить и песни, и танцы, и вообще традиционное искусство. Естественно, мы стараемся идти со временем в ногу, но оставляем те корни, которые должны быть, сохраняя это все, нашу культуру. Если говорить о музыкальном направлении каждого театра, я думаю, что оно, конечно же, зависит от композитора, который пишет эту музыку. Почему-то я такой кореец-кореец прямо, такой прям кореец-прикореец. Я всю эту музыку на протяжении всего детства я все время слышал. То есть, ну, казалось бы, да, на первый взгляд, какая в барабанах может быть мелодика или какая там может быть музыка? Нет, все-таки не соглашусь с этим, потому что каждый барабан олицетворяет собой определенный элемент грозы, да? Облако, дождь, гром, молния. Когда ты начинаешь играть, ты отключаешься от всего. Ты переходишь совсем в другую историю, в какую-то древность. Представляешь все это. По-корейски это называется как хоп. Это кач, кайф. Кайф этой игры. Это нужно просто почувствовать. Я говорю, Жора, ты... Я с ним рядом сижу. Я говорю, Жора, ты зачем? Он говорит, ты не переживай. Ты, главное, поймай этот хоп. А дальше уже, говорит, у тебя, я вышел, у меня вот так мандражит все. Я вспомнил его слова, поймай хоп. Я начал ловить потихонечку, поймал этот хоп, начал играть, играть, играть. И настолько у меня легко это все вот получилось, наверное, еще, знаете, благодаря тому, что Жора, как командный игрок, да, вообще, как командный, вот, у него есть вот это чувство командное, он дает ту энергию, вот, которая она нужна. Вот эти вот все его фантазии, скажем так, да, совмещение, синтез каких-то, скажем, народных инструментов, не только наших. Там есть и современные ритмы, там есть и корейские ритмы, там есть и музыка. Музыка и народная корейская музыка, и казахская тоже. Я считаю, что вот этот вот синтез, это может человек сделать только очень грамотно, музыкально грамотный человек. Вообще, я родился, наверное, изначально в корейском театре. Меня и назвали вот так, Жорой, потому что папа рассказывал. Его все называли дядя Жора, потому что корейское имя у него Соль. И так и пошло. Сора, Сора, Жора, Жора, дядя Жора, хотя по паспорту он Петр. Вот. И когда я родился, пусть будет полноценный Жора в доме. И меня назвали Жорой. Жорин папа пришел молодым неженатым работать в корейский театр. Это было в далеком Уштобе. И там мы жили в театральном доме. Это был двухэтажный дом. 8 квартир. Наша, например, квартира была трехкомнатная. Это были 3 комнаты, кухня. И вот мы занимали 2 комнаты и кухню, а одну комнату занимал вот Жорин папа. Кто-то из музыкантов позвал, пойдем работать в корейский театр. Он, по-моему, с 57-го года
пришел в театр, работал артистом оркестра. Я так думаю, что если он приехал вот в этот далекий Уштоби, в корейский театр, сидеть в оркестре и играть на саксофоне и кларнете, то, наверное, человек, который действительно любил музыку. Мама, она закончила Ташкентский театральный институт. И всей группой они, всей корейской группой, дружненько пришли в корейский театр работать тогда. И тогда вот отец встретил маму. Шаманка там, будем готовиться к следующему акту. Поскольку у нас театр является единственным таким вот центром культуры и искусства на всем постсоветском пространстве, вот национальным таким, поэтому мы собрали практически все жанры в нашем театре. И кроме вот драматической труппы, что является основой нашего театра, у нас есть и солисты-вокалисты, и танцевальная группа. Мы делаем, в принципе, разные спектакли. У нас и трагедии, и драмы, музыкальные комедии. И музыка, конечно, нужна тоже разножанровая. Что касается спектакля «Ариран», это был первый мой опыт такого монументального труда, чтобы как-то передать настроение, передать характеры. Нужно было все это дело как-то еще и правильно саранжировать, потому что которые первые мои аранжировки были, так это вообще ни к черту никуда не годится. Я там чуть ли его не в бродвейский мюзикл, я его из него сделал. Получив роль вот шаманки, я думала, а что я там буду делать со своим низким голосом? Что, как я спою? Я говорю, ну, Жора, ну это высоко, я же не спою. Нет, споешь, Антонина Петровна. Не каждой актрисе доводится работать вот с таким человеком. Он умеет промолчать, он умеет спрятаться. Когда вот я иногда бываю в гневе, страшна, но он уже настолько хорошо меня знает. Потом, ну давай, Петровна, еще раз попробуем, давай вот так изменим, давай вот так. Но он умеет и тихо, очень мягко настоять на своем. Надо Антонине Петровне тоже такую задачу же поставить. Ты, наверное, не будешь выключаться, да? Или будешь выключаться? Я вообще не никогда выключаться. Ты не будешь выключаться? Да, я не буду выключаться. Это его стремление понять человека, быть на одной с ним волне, наверное, это дает ему возможность вот творить. Потому что вот наше музыкальное лицо нашего театра, у нас театр государственный, республиканский, которому нет аналогов в мире, он очень у нас особенный. И чтобы вот соответствовать именно своему названию, чтобы соответствовать своему формату, тут необходимо не только масштабное образование, тут еще необходимо такое состояние проникновения вообще в среду, в которой человек живет. Мы решили, что больше все-таки уйдем в народную музыку. Я стал совмещать это с корейскими барабанами, стал находить звуки народных инструментов, и, в общем-то, получилась такая, более такая аутентичная, что ли. Я считаю, что музыка, если это музыкальный спектакль, 70-80% делает музыка. Если музыка не подобрана правильно, я не могу играть. Я не чувствую. Потому что это должен быть как лейтмотив всего. Вот бои, да, то, что были в «Ариране», это все, не знаю, до такой мелочи прочувствовано, как будто этот человек, он именно был там, видел это все и написал.
честно говоря, к, допустим, критике отношусь весьма болезненно, на самом деле, да. Поэтому стараюсь сделать заранее, чтобы критики не было. Меня всегда поражает, как он умеет правильно. Вот только скажешь ему, хочется, чтобы вот в этом спектакле то-то, то-то или что-то было. Он сразу же все это понимает. А когда он предлагает что оформление, допустим, спектакля какого-то, да, то здесь уже нет, ну, других мнений нет. Потому что он у нас тот авторитет, с которым мы все считаемся. Самые яркие воспоминания, это у меня, конечно, гастрольные, когда театр выезжал на гастроли. Папа у нас какое-то время работал что-то вроде гастрольного администратора. И, значит, он поедет, как правило, в Ташкентскую область, по колхозам объедет все, даст им всем билеты, потом возвращается, и мы на автобусе все вместе едем туда. Он ездил с нами, вот, наверное, с 3 лет где-то, ездил с нами на гастроли. Я помню момент, когда мы же, молодежь, всегда сзади садились в автобусе. И он прибегал, смотрел. И Роза Владимировна говорила, ну что ты там смотришь, у Антонины Петровны уже есть парень. И он так прямо расстроился, прибегал, говорит, уже нет, уже успели. Меня, скорее всего, отдали в музыкальную школу, потому что отец в свое время не смог получить должного, ну, или полного музыкального образования. Поэтому решено было меня отдать обучаться музыке именно полноценно. Вот так с 6 класса я стал учиться в Гайсийковской школе. Отец, скорее всего, видел меня пианистом и, скорее всего, не знаю, ну, как минимум, выдающимся, наверное. Я же ведь, когда заканчивал консерваторию, в шутку мне председатель комиссии, кстати, замечательный пианист Аркадий Гаврилович Севидов, говорит, было бы 11, я бы поставил тебе 11. И пригласил бесплатную аспирантуру в Москве у себя, двухгодичную. Нет, не поехал. Театр победил тогда. Когда он в театр пришел, в первое время, конечно, ему было сложно. А сложно в чем? Потому что он академический, как бы, исполнитель, а у нас специфика театра совершенно другая. Но потихонечку он втянулся в это. Когда отец ослеп, я это помню, процесс, потому что когда отец сочиняет, так как он не видит ничего, я наигрываю и тут же я записываю ноты. Он мне напевает, я наигрываю и записываю. В общем, последние годы я и песни, когда он писал, я тоже все записывал. И спектакли, в общем, всю музыку, которую он писал.
диабет на этой почве. Он и ослеп, а потом его ударил паралич. И все, где-то вот в течение года, полтора он просто лежал. Ну и так потихоньку и ушел. Вообще для театра это была бы огромная потеря. Жора, он... Вот Жора, он из тех, которые вот очень, ну, как бы сказать, явно как-то открыто не показывает своих чувств. Был такой момент, вот, когда он вот так вот проходит, как бы в забытии, может быть. Боишься даже слова сказать. Я, например, да, скорее всего, не сразу это понял. Я где-то... Ну, прошло 2 или 3 или 4 недели, да больше, может быть, даже времени. Я как-то вот, я... Было это, я честно признаюсь, где-то, может быть, 2 или 3 вспомнил отца. И вот реально я заревел, зарыдал просто. Я хорошо, что один в комнате находился. Прям подушку кусал и плакал. Одинаково профессионально хорошо понимает такую разную музыку, и он профессионально ее пишет и аранжирует. Вот если мы делаем, допустим, казахский спектакль такой, как «Любовь женщины», он использует народную казахскую музыку, делает ее в различные обработки, она идет лейтмотивом, это музыка. Автор пьесы Жумагуль Салтиева, она не настаивала, конечно, но хотела услышать в спектакле казахскую народную песню «Япурай». Работа шла, конечно, трудоемкая очень, потому что я сама в первый раз режиссировала, и я не знала конкретно, что мне нужно. И, в общем, я им все объясняла практически на пальцах. Жора здесь ты-ды-дыщ, Жора здесь тун-та-тун-та-тун-та, Жора здесь вот так, Жора здесь не так, в общем. И он это буквально делал все за ночь, если какие-то были изменения по музыке. Я подумал, а почему бы этот самый Япурай не взять за основу какой-нибудь еще другой темы? Стал его так думать, таким инструментом стал наигрывать. И в итоге получилось, что весь спектакль у меня основан только на Япурай. Я его с ног на голову перевернул. Я вообще, он у меня звучит и в мажоре, он у меня звучит и... То есть как бы и так в миноре, в двойном миноре звучит. Мы когда были в прошлом году на фестивале, и наш спектакль, значит, когда, ну, он был как один из лучших спектаклей, и нам дали такую оценку, что все театры используют музыку, а вот именно в корейском театре уже не первый раз показывают авторскую музыку. То есть это заслуга нашего Георгия Петровича. Үздік спектакль номинациясы марапатталатын республикалық мемлекеттік Корей музыкал комедия театр. Какой-то период. Я не скажу, что это, допустим, творческий застой, да? Это была капитальнейшая усталость. Усталость вообще неимоверная. А тут, когда тебе говорят,
надо приниматься за что-то, тогда опять абсолютное отторжение идет. Отторжение, неприятие. Любовь Власовна, слава Богу, меня хорошо понимает. Она дает мне закрыться, наоборот, сама. Она дает мне отдохнуть. Отдохни, говорит, 4 дня. Ну, я отдыхаю недельку. Ничего, за это она меня не ругает, нормально. Я к ним очень бережно отношусь в плане того, что я всегда знаю, что талант, вообще гениальность, оно это такой товар штучный, да, который надо, ну, во-первых, беречь, а во-вторых, надо создавать определенные условия, как психологические, так и, скажем так, социальные, для того, чтобы человек, ну, максимально заложенные в него Богом данные способности, чтобы он максимально мог их выразить. Вообще с ним очень интересно работать. Очень интересно. Он очень тонко чувствует, да. Я примерно задаю ему, говорю, в каком я характере хочу и в каком темпе, в ритме, и он мне делает. И вот у нас получилась вот эта песня «Синсик Хэнтарен». Таких людей очень мало. Вот. Я ему это всегда говорил и буду говорить. Он чувствует любого вокалиста. Скажите, девушки, подружки вашей, что я не сплю ночи, о ней мечтая. Что он начинает играть, я знаю, что он уже сыграет дальше. Как мне нужно себя повести. Любую песню он знает, как сыграть. Он живет ей. Его никогда ни с кем не спутаешь, и на самом деле в нем тот потенциал, вот, который, вот, знаете, вообще все его произведения носят вот такой оттенок именно гениальности. Потому что, ну, может быть, даже и та вот мелодия или та музыка, которую мы все знаем, но в его аранжировке она звучит абсолютно по-другому. Моя дочь Женя начала, в общем, проявляться как артистка очень-очень-очень-очень-очень рано. Не знаю, ей было года полтора или два, она уже вовсю танцевала. И поэтому, особо даже и не сговариваясь, закончила школу и пришла в театр. Я очень рад этому, в общем-то, на самом деле. Все люди здесь, которые здесь работают, так или иначе, это моя семья, это мой дом. Здесь я себя чувствую на своем месте. Нужный. Я тут нужен.